Счастливой субботы. Я рад находиться здесь, на Ямайке, спустя 25 лет. Это мое первое возвращение. Аминь. Я хочу поблагодарить пастора Брауна, пастора Джонсона и всех тех, кто работал над тем, чтобы это стало возможным. Это большая привилегия и честь, что я могу сегодня стоять перед вами. И то, чем я поделюсь с вами, надеюсь, сделает вам вызов и произведет изменения в вашем христианском пути. Хочу объявить, что сегодня мы будем иметь еще две встречи, и я призываю вас прийти на эти встречи, пожалуйста. В это утро мы будем говорить о предмете, который я назвал «Побег из черной дыры». Хочу вас предупредить, что я очень интерактивный оратор. Мне нравится задавать вопросы. И я буду просить вас иногда поднимать руки. Я буду просить вас отвечать поднятием руки. Аминь. Начнем с молитвы, потом сразу перейдем к нашему предмету. На это утро, Небесный Отец, мы так благодарны за Твою любовь ко всем нам. Отец, прямо сейчас мы нуждаемся в Духе Твоем Святом. Мы нуждаемся в Твоей силе. Мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы нуждаемся в разбитых сердцах, чтобы мы могли услышать Твои слова. Отец, мы молим Тебя о всем, что произойдет сегодня, даже за камеры, за съемочную группу, находящуюся здесь. Отец, мы молим за каждую душу, которая находится здесь. Отец, здесь есть кто-то, кто пришел, даже не догадываясь, что произойдет сегодня. Небесный Отец, ангелы занимают позиции, как и добрые, так и злые. Потому что сегодня утром будет война. Война в сердцах многих. Просим, Боже, чтобы мы были победителями. Пусть Твои ангелы будут победителями, молим. Отче, прошу, спрячь меня за Твоим крестом. Пусть эти слова будут Твоими словами. Оживи эти слова, потому что без Твоего Духа они ничто. Во имя Иисуса молим. Хочу сделать то, что я делаю каждый раз, пока нахожусь здесь, на Ямайке, особенно в связи с этой вестью. Я хочу рассказать вам о моем обращении, потому что хочу перейти к твердой пище нашей темы. Я родился здесь, на острове Ямайка. Я уехал, когда мне было 5 лет. У меня 3 брата. Мы не были воспитаны адвентистами. Я не слышал слова «адвентисты седьмого дня» примерно до 10 лет назад. Никогда не слышал. Когда мы переехали в Нью-Йорк, мы были вовлечены в то, что называется культурой хип-хоп. Сколько из вас знает, что такое? Что это такое? Музыка рэп. Культура хип-хоп. В особенности мой младший брат и я впитали эту культуру. Мы начали танцевать брейк, писать стихи к песням и делать многое другое.
начали одеваться по моде хип-хоп. К тому времени, как мы подошли в колледж, мы были настолько вовлечены в эту индустрию, что мы организовали хип-хоп-группу, состоящую из 4 человек. И вместо того, чтобы сконцентрировать свое внимание на учебе, делать то, что необходимо, когда платишь за учебу, мы мечтали стать богатыми и знаменитыми. В 1993 году это произошло. Мы подписали контракт с EMI Records. Это был контракт на 8 альбомов ценой от 700 до 850 тысяч долларов. Мы думали, что справимся, так что мы бросили колледж. И когда мы бросили колледж, то 20-30 наших друзей бросили его тоже. Сколько человек в нашей группе? 4. Мы решили жить звездной жизнью, которую видели по телевизору. Мы переехали в Нью-Йорк, сняли себе там дом. И начали проводить вечеринки, такие, как мы видели, как это делают все звезды. Мы ничего не делали целый день, курили марихуану, пили алкоголь, у нас были длинные волосы. Если бы вы меня видели 10 лет тому назад, у меня были длинные красные косички, сережки, висящие брюки, весь набор. В то время, как мы записали наш первый альбом, мы начали употреблять наркотики. В то время нам было 19-20 лет, и один молодой человек познакомил нас с адвентизмом. Вещи, которые мы начали учиться у этого молодого парня, который на то время был в той же лодке, что и мы, потому что он не практиковал то, что знал. Но у него было познание Божьего Слова. И он начал рассказывать то, что знал, и наш дом превратился из дома, в котором люди оставались допоздна, пили алкоголь, курили марихуану, писали музыку, в дом, полный молодыми людьми, которые оставались допоздна, изучая Слово Божье, и все еще курящими марихуану и пьющими алкоголь. Но Господь начал работать над нами. Через 2-3 месяца почти вся группа приняла крещение в церкви адвентистов седьмого дня. Мы были настолько впечатлены, что решили, что не можем оставаться обычной хип-хоп-группой. И мы решили провозглашать трехангельскую весть через нашу музыку. И вот мы, с длинными косичками, появляющиеся на телепрограммах, таких как Soul Train, MTV, Rap City, с Библиями в руках. И мы стали известны как первая из хип-хоп-групп, которая говорила об Иисусе Христе. Мы ходили в клубы и спрашивали, кто хочет знать, кто такой человек греха? И руки начали подниматься прямо там, в клубе. В руках были бутылки со спиртными, другие вещи, но все-таки они поднимались. И мы начали раздавать литературу на сцене. Нам хотелось поделиться тем, что мы узнали. Но потом еще один перекресток. Так как Господь начал говорить мне и моему брату о некоторых вещах, которые мы делали. Господь начал нас убеждать, и мы подошли к моменту, когда сказали, мы больше не будем
делать то, что мы думали, прославляет Бога. И вот мы подошли к месту, где мы должны были принять решение. Мы отказались от школы, заключили контракт, но теперь боролись с сомнениями. Хочу быстро рассказать, моя мама здесь. Папа и мама были за образование, убеждали нас не отказываться от школы. Мы их умоляли. Мы попросили менеджеров поговорить с родителями. Послушайте, у этих ребят получится, они будут известными, популярными. Поверьте нам. Родители сказали: ребята, можете попробовать. Мы подписали контракт, начали работать, и знаете что? Родители наши были счастливы. Наши дети сделали это. Помните, что никто из нас не был адвентистом? Когда мой брат и я стали адвентистами, мои родители подумали, что мы сумасшедшие. Когда мы начали петь об этом, они решили, что мы сумасшедшие. Но когда мы подошли к моменту, когда нужно было принять решение, мама, папа, мы убеждены, что не можем больше составлять часть индустрии развлечений. Но они же, вы же поете христианский хип-хоп. Мы сказали: мама, папа, мы должны отказаться от этого контракта. Они решили, что мы окончательно сошли с ума. Я благодарен Богу, что моя мама сейчас крещена как адвентистка седьмого дня. Также и мой папа. И я славлю Бога за то, как Он работает и ведет нас. Хочу рассказать в это утро о некоторых вещах, которые Господь открыл мне, о том, что я называю черная дыра. Я хочу подготовить вас вопросом. Сколько из вас знает кого-то, кто имеет проблемы с колдовством? Я хочу видеть ваши руки. Знаете ли вы кого-то, кто борется с колдовством? Знаете ли вы колдуна? Никто? Я вижу одну руку. Две, три. Хорошо, три руки. Вопрос такой: что вы сделаете, если я вам скажу, что покину этот зал, вы встретитесь лицом к лицу с колдуном? Он попытается заколдовать вас так, что вы умрете. Что вы будете делать? Некоторые из вас говорят, что я останусь здесь, в церкви, но так не пойдет. Если бы вам пришлось выйти и бороться с этим колдуном, что бы вы сделали первым делом? Ну давайте, христиане. Вы бы помолились. Сколько из вас помолились бы так, как не молились раньше? Сколько из вас будут молиться так, как молились сегодня утром? Когда я произнес слово «колдовство», что вам первым пришло на ум? Хорошо, талисманы. Что еще? Колдовские чары. Да. Это те мысли, которые приходят на ум, когда я упоминаю о слове «колдовство». Разрешите поделиться кое-чем с вами. Откройте Библию, книгу Откровения, 18 глава, 23 текст. Откровение 18, 23. И когда мы дойдем до того места, я хочу, чтобы мы вместе сказали слово «аминь». Библия говорит: «Свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе». И, кстати, в этом контексте Библия говорит, в частности, о Вавилоне. И говорит: «Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Библия говорит здесь, что все те, кто обмануты, сколько это все? Это каждый. Все те, кто будут обмануты, и те, кто будут потеряны в последние дни, будут потеряны по причине их вовлечения во что?
волшебство. Это достаточно странно. Потому что когда вначале я спросил вас, сколько знаете вы людей, я не имел в виду, сколько членов церкви, но и любого человека с улицы. Если вы знаете кого-то, кто борется с волшебством, и когда я задал этот вопрос, сколько было рук? Три. Итак, Библия не права? Слово, использовано для обозначения волшебства, и я хочу, чтобы вы произнесли это слово вместе со мной. Это греческое слово, использованное здесь. Фармакия. Можете сказать это слово вместе со мной? На какое слово оно похоже по произношению? Фармация. Постараемся заглянуть за кулисы. Господь откроет нам глаза невероятным образом. Что мы берем из аптеки? Не подумайте, что я хочу сказать, что все лекарства — это колдовство. Например, аспирин или что-то в этом роде. То, что ты берешь из аптеки. Значение этого слова «фармация» обозначает все то, что лечит разум таким образом, что не дает ему более следовать воле и закону Божьему. Все, что я говорю, все то, что лечит разум таким образом, что не дает ему более следовать воле и закону Божьему. Это открывает нам значение слова «волшебство» в Библии. Вопрос. Марихуана, или ганджа, как ее здесь называют, кокаин и другие виды наркотиков, лечат ли разум они таким образом, что он больше не может следовать воле и закону Божьему? Знает ли кто-то из вас, кто борется с этим волшебством? Видите, я верю, что одну из вещей, которую сделал дьявол, он создал с помощью индустрии развлечений, создал это представление о колдовстве, которое есть сейчас. Если мы видим кого-то, идущего по улице с куриной головой и перьями, мы думаем, что это есть и волшебство, и нам нужно держаться подальше. И это так и есть, но это идет еще дальше. Может ли алкоголь лечить так, что разум не захочет больше исполнять волю или закон Божий? Знаете ли вы другое имя для алкоголя? Дух. Теперь вы знаете. Хочу вам сказать, что причина, по которой эти вещи так тяжело побороть, в том, что мы не имеем дела с естественными предметами, но со сверхъестественными. Может ли телевизор? Может ли телевизор лечить разум таким образом, чтобы он не исполнял волю или закон Божий? Сколько из вас знают того, кто борется с этим волшебством? Все, что лечит разум, чтобы он не следовал воле закону Божьему. Я не говорю обо всех видах телевидения, потому что здесь сегодня тоже присутствует телевидение. Но эта программа через благодать направляет разум к воле Божьей, а не от нее. Может ли музыка? Может ли музыка лечить разум
таким образом, что не дает ему более следовать воле и закону Божьему. Мы имеем дело с колдовством. Когда я задал вопрос, сколько из вас будут молиться так, как не молились до этого, или если бы вы знали, что будете иметь с колдовством, почти все подняли руки. Но причина, из-за которой мы не молимся так каждый день, причина, из-за которой мы не молились так сегодня утром, в том, что в большинстве своем волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Мы вовлечены в колдовство, наши дети вовлечены в колдовство, и мы смотрим на это как на что-то нормальное. И таким образом мы молимся нормальными молитвами. Сегодня вечером мы будем говорить, что значит молиться сверхъестественно. Если мы поставим в ряд наркотики, алкоголь, телевизор, музыку, знаете, как можно назвать их одним термином? Индустрия развлечений. Об этом идет речь, не так ли? О наркотиках, об алкоголе, обо всех тех вещах, которые предназначены, чтобы отдалить наш разум от Бога и помешать нам следовать воле и закону Божьему. Слово «entertainment» означает «развлечение». Я хочу, чтобы вы мне помогли. Что значит «enter»? Значит «входить». Что значит «tain»? Это значит «овладеть». «Ament» — это господствующее положение. Итак, если сложить все слова вместе, то получится «войти», «овладеть» и «господствовать». Библия говорит Евреям 13:1-2, что мы не должны забывать гостеприимство, потому что некоторые, поступая так, оказали гостеприимство кому? Ангелам. Итак, если возможно принять в гости добрых ангелов, тогда возможно принять и злых. Греческое слово для entertainment — это поселить у себя, пригласить вовнутрь. Может ли быть так, что мы посредством индустрии развлечения поселяем у себя дьявола и злых ангелов? Я называю индустрию развлечения черной дырой. Вы знаете, что такое черная дыра? Это предмет в пространстве, гравитационная сила, которая настолько сильна, что даже свет не может вырваться. Многие из нас ограничиваются только молодыми людьми. Многие из нас погрязли в черной дыре. Многие из нас увлечены этой черной дырой. Мы теряем молодых людей в этой черной дыре, даже сейчас, когда разговариваем. Но есть хорошие новости, потому что есть способ спасения из черной дыры. Я стою здесь перед вами как тот, кто спасся и остался в живых, чтобы рассказать вам об этом. Откройте в Библию книгу Откровения, глава 12, стих 9. «Извержен великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю землю, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Почему сатана и почему его ангелы были низвержены на землю? В книге пророка Исаии 14:12-14 Библия говорит, что сатана хотел быть как кто? Как Бог. Сатана хотел быть лучше и больше Бога. Я хочу вас спросить, хотел ли сатана быть более популярным, чем Бог? Хотел ли сатана быть более известным, чем Бог? Вы понимаете, что желание быть более известным, чем кто-то,
Желание получить почитание или поклонение происходит от сатаны. Осознаете ли вы, что это движущий фактор для всех, кто желает войти в черную дыру? И я хотел быть популярным. Знаете, я вспоминаю, когда я ходил по сцене, то видел, как люди делали так. Что они делали? Они поклонялись. Они этого не осознавали, но они поклонялись. Эти ангелы были низвержены, потому что они хотели быть более популярными, чем Бог. Когда пришел Иисус на землю, Библия говорит, Он даже не думал о том, что было бы противно Богу. И что Он сделал? Он смирил Себя. Он не превознес Себя, Он унизил и смирился. Разрешите вас спросить, эти звезды куда были низвержены? Вниз, на землю. И нам становится понятным, что эти звезды продолжают делать то же самое. Кстати, я упомянул о звездах, потому что если читаем Откровение 12.4, там говорится, что сатана увлек хвостом третью часть звезд с неба. Библия называет их здесь звездами. Эти звезды были низвержены на землю, и здесь они делают то же самое, что они делали на небе. Они вдохновляют мужчин и женщин называть себя звездами. Итак, мы имеем звезды футбола, звезды кино, звезды баскетбола, звезды музыки, и мы поклоняемся звездам. Наша церковь борется против астрологии. Аминь. Мы говорим, что астрология — это что-то плохое. Мы не читаем гороскопы, мы не живем по звездам. Мы не хотим быть читателями звезд, поэтому проповедуем против астрологии, которая является формой спиритизма, формой колдовства. Но может ли быть так, что сатана обманывает и нас? Можем ли быть такое, что в то время, как мы против астрологии, фактически мы вовлечены в астрологию? Может ли быть такое, что мы живем по примеру звезд? Я их не слышал. Может ли мы одеваемся в соответствии со звездами и говорить как звезды? И делая это, мы можем ли мы быть не астрологами? Библия говорит, что эти звезды были низвержены на землю. Может ли так кто-то сказать, где находится дом звезд? Кто-то сказал Голливуд, Святой Лес. Это не совпадение. Город потерянных ангелов. Голливуд, Лос-Анджелес, потерянные ангелы. Дом звезд. Вопрос, каких звезд? Тех звезд, которые упали с неба. Это их столица. Это место, откуда они оказывают влияние на весь мир. Вы осознаете это? Сколько из вас слышали о Гарри Поттере? Хорошо. Может быть, вы не знали, что Гарри Поттер имеет магическую палочку. Сколько из вас знали об этом? Хорошо. То, что вы наверняка не знали, так это то, что она сделана из чего-то под названием «Святое дерево». А это святое дерево является одним из девяти деревьев, посвященным колдовству. И именно это дерево известно в качестве святого дерева.
было использовано, чтобы усыплять людей. Если вы не верите мне, то поищите в интернете, наберите «палочка Гарри Поттера», и вы найдете это. Палочка Гарри Поттера была сделана из святого дерева. Это святое дерево имело красные фрукты, эти фрукты были очень привлекательны. Но если ты их ел, то мог умереть. Они выглядят привлекательно, но были ядовитыми. Дерево было использовано для усыпления или чтобы помочь умереть более комфортно. Неужели это случайность? Может ли быть, что святое дерево — это магическая палочка дьявола? При помощи этой палочки он может усыплять людей, мешать людям иметь контакт с Богом. Может быть. Когда сатана пришел к Адаму и Еве, чтобы развлечь их, войти, занять и господствовать в них. Это я имею в виду под словом «развлечь». Когда он пришел развлечь Еву, он появился и сказал: «Привет, Ева, я дьявол». Что он использовал? Он использовал средства, змея, медиа. Потому что он знал, что если люди Божьи видели бы его таким, какой он есть, они бы отошли назад. Поэтому потребовалось использовать какое-то средство, медиа. Удивительно, что множественное число слова «средство», «медиум», не «медиумы», «медиумс», но «средствы», «медиа». Может ли быть, что сатана сегодня использует средства, медиа, в качестве средства, которое было бы развлечением для нас, чтобы войти, овладеть, держать в таком положении? Дьявол говорит: так выглядит одержимый человек, и показывает на кого-то с пеной на губах, ведущего себя как сумасшедший. Но согласно тому, что мы читаем в Библии, мы можем находиться здесь, в церкви, в наших костюмах, будучи под влиянием. Вы знаете, что значение слова «развлекать» следующее? Обманывать посредством отвлечения внимания. Это значение словаря, слово «развлекать». Обманывать посредством отвлечения внимания. Сегодня мы увлечены врагом душ. Церковь Божья, наша молодежь увлечены. Осуждает ли Бог в своем слове передачу по каналам? Знаете ли вы, что такое передача по каналам? Передача по каналам — это физическая способность со злыми духами через средства. Называется передача по каналам. И я нахожу поразительным то, когда мы включаем этот ящик, мы начинаем плавать. Где? По каналам. Может ли дьявол иметь каналы для нас? Может тогда, когда мы включаем этот ящик и начинаем смотреть определенные программы, иметь место, сеанс перемещения по каналам? Может ли быть, что дьявол пропагандирует свой характер посредством многих каналов, которые ты и я смотрим? Вы осознаете, что сатана хочет передать нам свой характер?
Если вам нравится секс, то он имеет канал для вас. Если вам нравится жестокость, то он имеет канал для вас. Когда мы смотрим все эти вещи, и когда открыт канал между нашим разумом и этим экраном, дьявол сеет свои черты характера в нас. И когда мы приходим в церковь, мы приносим эти черты характера с собой, и мы уже не находим общий язык друг с другом. Потому что, взирая, мы преображаемся. Программирование. Запись. Вы знаете, что означает программирование? Кто-то или что-то запрограммировано. Итак, когда мы смотрим программы, мы должны понимать, что в той или иной степени происходит программирование. И мы программированы вражескими программами. Что значит пульт управления? Это значит управление на расстоянии. Враг оказывает управление над многими из нас. Пугает то, что мы не видим этого, потому что оно на расстоянии. Мы говорим, я не вижу ничего плохого в этом, меня никто не контролирует. Братья, одна из вещей, которые создал сатана, это то, что он ослепил нашу способность различать то, что хорошо, и то, что плохо. Мы называем теперь добрые дела злом, как хорошие проповеди. А злые вещи мы называем хорошими. Я прошу прощения за доказательства, которые я хочу привести, но я хочу немного поговорить о гипнозе. Мы понимаем, что гипноз происходит тогда, когда один разум контролирует другой. Один разум контролирует другое. Ты начинаешь вести себя не таким образом, как обычно. Аминь. Начинаешь себя вести не так, как ты есть на самом деле. Я всегда иллюстрирую это. Прошу, проявите терпение, когда я буду сейчас это делать. Когда я был парнем, молодым парнем, то я ходил так. Потом, когда я начал смотреть на некоторых звезд хип-хопа, и когда я начал смотреть, как они говорят, сразу все стало. Я начал вести себя так, как то, на кого я смотрел, был под гипнозом. Сразу же брюки стали свисать, одежда начала меняться. На то, что я не мог обратить свое внимание, было то, что вместе со своими всеми моими друзьями я был под гипнозом. Я напуган, когда вижу в церкви молодых братьев и молодых сестер под гипнозом. Несколько дней назад я был на одной встрече, где молодая дирижер хора, она была с Гавайских островов. Она пела и делала различные движения. Она делала это даже лучше, чем мы. Мы находимся под гипнозом и даже не подозреваем об этом. Откройте вашу Библию, книга Колоссянам, 1 глава, 23 текст. Павел здесь говорит, «Если только пребываете тверды, непоколебимы, в вере вашей, не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали».
Намерение Бога, чтобы мы были непоколебимы в Евангелии. Аминь. Когда, какова цель дьявола? Увести нас от Евангелия. Когда Павел говорит об отпадении, от благовествования, говорит ли он о физическом отпадении? Нет, он говорит о вот отпадении в нашем разуме. Колоссянам 3:2 он говорит: «О горнем помышляйте, не о земном». Итак, не позволяйте, чтобы ваши эмоции или симпатии не увели вас от Евангелия. Интересно, что слово «move» означает «двигать», «переносить» из одного места в другое. И также интересно, что слово «эмоция» имеет то же самое значение, что и «движение». Эмоции. Это значит быть тронутыми. Когда мы говорим, что наши сердца были взволнованы. Характер состоит из двух частей. Кто мне может назвать их? Мысли и чувства. Так говорит Дух пророчества. Характер состоит из того, о чем мы думаем, и того, что мы чувствуем, наши эмоции. Слово, которое используется здесь Павел для обозначения отпадения, это... На такие, не нужно повторять. Но хочу обратить ваше внимание на последнюю часть. На что это похоже по произношению? Кинетика. Что это означает? Значит, энергия. Павел говорит: не хочу, чтобы вы ушли от Евангелия. Разрешите задать вопрос. Кто знает, почему фильмы на английском названы «Муви»? Аминь. Может ли быть так, что эти фильмы могут увести нас от Евангелия Иисуса Христа? Осознаете ли вы, что во время двухчасового фильма ваши эмоции полностью передвинуты? Вы плачете, когда герой умирает, радуетесь, когда погибает плохой герой. Вы плачете, становитесь счастливыми, а ваши эмоции подвержены насилию. По мере того, как это происходит, ты приходишь в церковь и приносишь свои эмоции. Брат, как поживаешь? Кто знает, что такое телекинез? Телекинез — это психическая способность двигать или изменять предметы без физического контакта. Это способность изменять объект без прикосновения к нему. Может ли быть так, что дьявол использует телепатию посредством фильмов, чтобы разрушить и изменить наши характеры, разрушив наши эмоции, то, что составляет половину характера? Поразительно осознавать, что слово «синема», кинотеатр, происходит от слова «кинесис». Итак, когда мы идем в кинотеатр или в театр, мы идем, чтобы быть как? Чтобы быть уведены. Когда мы смотрим фильмы, скажите мне, сколько слов, которые характеризуют фильмы? Сила, действие, энтузиазм, драма, азарт. Это все так приятно, не так ли? Мы живем в этом скучном мире, говорим: я хочу избавиться от этого, убежать куда-то. Итак, мы идем на фильм, а потом возвращаемся, и все становится как?
все так же скучно, поэтому нужно что? Вернуться назад и еще посмотреть. Поэтому фильмы — это действия, которые вы еще никогда не видели. Еще больше бомб. Вы уже видели что-то похожее? Ну что они предлагают? Еще больше, потому что желание человека к этому становится еще сильнее и сильнее. Это как наркотик. Однажды попробовав, уже никогда не будет достаточно. Тебе нужно больше, больше, еще. И потом, когда вы приходите в церковь, и вот я, пытающийся проповедовать Слово Божье, откройте ваши Библии. И за моей спиной нет никакого взрыва, ничего горящего, никакого шума. И что происходит? Вы начинаете засыпать. И то, что вы не осознаете, так это то, что это и есть колдовство. Дьявол достает пульт и нажимает кнопку «Сон». Я не обращаюсь к тем, у кого проблемы со здоровьем, но большинству дух пророчества говорит, что если мы засыпаем в церкви в то время, как проповедуется Слово Божье, то это и есть воздействие колдовства. Мы заинтересованы и можем быть бодрыми в течение 2 часов, смотря разного рода фильмы. Но если пастор говорит больше, чем 45 минут, то у него возникают проблемы. Одно из того, что сделал дьявол, я хочу поговорить немного о компьютерных играх, видеоигры, которые составляют часть индустрии развлечений. Вы понимаете, что все видеоигры основаны на принципе агрессии? Я прав? Да. Не имеет значения, о чем идет речь. Я имею в виду разные виды игр. Что бы ни было, все оно основано на принципе агрессии. А дьявол говорит: послушай, это всего лишь игра, в этом нет ничего плохого. Проблема в том, что Иисус проникает и в мир фантазии, и говорит, что там есть грех. Если ты смотришь на женщину с желанием, даже в воображении, в мыслях, это тоже считается грехом. Другими словами, Божий закон не останавливается на каком-то месте. От этого места больше не моя территория. Это просто фантазия. Так что все в порядке. Если вы убиваете кого-то в игре, то вы виновны в желании и решении убить. И поэтому существует взаимосвязь между видеоиграми и вооруженными нападениями во множестве школ. Фактически, дьявол знает, какое сильное влияние оказывает воображение. Он знает, что может произойти, если мы подчиним свою волю Богу. Библия говорит, что вспоминайте, что поток пришел, потому что все мысли и помышления сердца были их зло. Не думайте, что у них были видеоигры, но должно быть, что-то они делали в своем мире фантазии. Средство было изменено, медиа. Но результат остался таким же. Исайя 26:3 говорит: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Если вы посмотрите ниже, то поймете, что слово «дух» — это мысли, воображение. Тому, кто направляет свои мысли к Богу, он гарантирует совершенный мир. А что хочет сделать дьявол? Он хочет матакинео, увести нас, наши эмоции и воображение от Бога. И он хорошо делает свою работу.
Вот история о мухе. Эта муха, когда летала, увидела, что в другой части помещения идет вечеринка. Там было множество мух, которые, казалось, танцевали на ленте из бумаги, которая висела на потолке. Они качались. И муха сказала: «О, они развлекаются там. Они так выглядят хорошо. Я хочу быть с ними. Я присоединюсь к ихнему празднику». Один паук со стены говорит: «Госпожа муха, не летите туда. Они не развлекаются. Только кажется, что они развлекаются. Но, госпожа муха, те мухи пойманы в ловушку». А муха говорит: «Да ладно. Ну что с тобой? Ты плохо видишь. Я уверена, что они могут уйти, когда захотят. Они не пойманы в ловушку. Ты просто старый, ничего не понимаешь». Мне очень жаль, мне нужно было говорить это. Я не хотел задеть молодежь. Просто я ко всем сегодня обращаюсь, хорошо? Итак, муха говорит: «Я не буду слушать тебя». Она идет дальше. Другое насекомое пытается ее остановить. «Госпожа муха, не летит оттуда». Но муха все равно не слушает, присоединяется к вечеринке. И впервые она развлекается. Но теперь, когда ей пора уходить, что происходит там, где, казалось, было развлечение? Характер состоит из мыслей и чувств. Музыка имеет два компонента: слова и мелодию. Слова выражают мысли, а мелодия — чувства. Возможно ли, чтобы музыка стала способом, с помощью которого наши эмоции и характеры были бы изменены? Музыка — это одно из смертельных оружий, которые враг использует для народа Божьего сегодня. Это как настоящий наркотик. Может, 10 лет. Время от времени, когда я занимаюсь делами, неизвестно, откуда появляется музыка. И потому, что текст ужасен, мне нужно говорить: «Боже, пожалуйста, помоги мне победить». Даже теперь, знаете, как говорят: «Сейчас я буду внимателен, но когда придет время предать свою жизнь Богу, я сделаю это». Может, это звучит хорошо, но чем больше ты находишься в лагере врага, тем тяжелее выйти. Природа рэп-музыки. В Нью-Йорк-Сити происходили акты насилия между бандами. В то время музыка начала зарождаться. Люди говорили: «Вы знаете, что это хорошо для этих банд, потому что они могут направлять жестокость в музыку». Это прекратит борьбу между молодежью. Одно уже ясно с самого начала. Эта музыка с ее гипнотическим повторяющимся ритмом была выражением агрессии. Выражение ненависти, бунта. Так же, как и рок-музыка, выражение чего? Бунта, агрессивности. Так же, как и музыка поп. Is an expression. Let me say something right here.
Разрешите мне кое-что сказать. Каждый раз, когда я представляю эту тему, говорю с людьми, я вижу их реакцию, знаю, что они думают. Иногда, особенно здесь, люди думают, что я нападаю на свою культуру. Или что-то, я имею в виду против черной музыки, мы должны слушать только белую музыку. Я не об этом. Я вообще об этом не говорю. Знаете, когда я ходил в колледж, у меня была кличка Африка. Потому что я был вовлечен в черную гордость. Я черный. Как будто люди не видели этого. Хочу сказать, что дьявол поймал меня в таком жалком состоянии. Все было замечательно. Чернокожие были самыми хорошими. Чернокожие такие, чернокожие всякие. Я был как еврей, который думал, что он самый лучший человек на земле. Речь не о черном и белом, но о небесном и преисподнем. Мы не ведем борьбу с кровью и плотью, но с духами злобы поднебесной. И истины, которые я узнал, имели силу изменить жизнь. Так что я подумал, что лучший способ помочь моим черным братьям — это не то, чтобы пойти и рассказать им о черно-белом, но чтобы рассказать им об Иисусе. Я надеюсь, что никто из вас не чувствует себя оскорбленным, потому что я люблю своих черных собратьев. Я люблю свое черное прошлое, я люблю Ямайку. Прежде всего, прежде чем быть ямайцем, я христианин. Я христианин прежде, чем я черный. Итак, эта музыка агрессии начала распространяться по всему миру. И что вы думаете, начало происходить? Агрессивность из этой музыки сделала других агрессивными. Это интересно. Осознаете ли вы, что культура хип-хопа не способствует объединению семьи? Сколько из вас осознают это? Все эти типы музыки являются бунтовщиками. Вы знаете, я никогда не слышал хип-хоп-песню о том, что я так сильно люблю свою жену. Кто из вас слышал такую песню? Ни одной руки? Вы никогда ее не услышите. Поется о том, сколько девушек можешь ты иметь, сколько того, чего. Не приводит к объединению семьи. Музыка — это выражение эмоций. А эмоции говорят, я не хочу следовать за Богом, я хочу делать то, я хочу то. А когда слышишь тексты, которые говорят так, такое же, они бунтари. Эта культура хип-хопа разделяет семьи. Осознаете ли вы это? Вся эта музыка разделяет семьи. В моей собственном доме мы не были христианами, и хип-хоп разделил нашу семью. Мы говорили, мы слушаем, что хотим. Это разделило нашу семью, так что не нужно удивляться тогда, когда мы приносим это в церковь. Мы замечаем, что здесь в церкви происходят те же самые вещи. У нас есть молодежное служение, потому что здесь молодежи уже тяжело мириться со взрослыми. Как народ Божий, мы должны поклоняться вместе, но даже поклоняться мы не можем вместе. Невозможно отделить музыку от культуры. Сколько из вас понимает это? Музыка, хип-хоп, поп-рок — это только выражение всего, чего? Всей культуры. Итак, попытка разделения рок-музыки и рок-культуры не увенчается успехом. Это не может быть сделано. Знаете, что начинает происходить тогда, когда мы начинаем приносить эту музыку в церковь?
Как вы думаете, что следует за этим? Культура. В одно мгновение одежда, которая была неподходящей, стала подходящей. И когда кто-то проповедует, «Йоу, братья и сестры, нам нужно прийти к Иисусу», потому что мы пытаемся достучаться до людей, находящихся в бандах, которые уже должны были стать давно христианами. Сатана одел нас в волчьи шкуры. И так как речь зашла о волках, вы знаете, в Библии говорится о волках в овечьей шкуре. А причина, по которой Богу это не нравится, что-то подобное, это в том, что это нечестно. Волк должен быть волком, а овца – овцой. Чтобы никто не был запутан. И если я хочу быть съеден, я иду к волкам. Если я хочу приобрести друга, я иду к овцам. И мы говорим о волках в овечьих шкурах, но вы когда-то думали об овцах в волчьих шкурах? Возможно, что мы скажем по существу, «Знаешь, я овца, но я буду одеваться, вести себя, выглядеть и петь, как волк». Так что я смогу достичь людей. Нет, Бог говорит, пусть волки будут волками, а овцы — овцами. Должна существовать четкая граница, потому что вместе они используют ошибочные принципы. Когда люди смотрят на тебя, они ожидают, что смогут видеть в тебе настоящего христианина. А границы различия ничтожны. Библия говорит, по плодам их узнаете их. И когда мы смотрим на плод христианского рока, христианского хип-хопа, христианской попсы, в особенной мере мы видим что-то особенное. В то время как они могут привести молодых людей в церковь, они разделяют молодых и пожилых людей в церкви. Плодом это является больше разделение, чем объединение. В последнем пророчестве книги Малахи, Ветхий Завет, говорит, что Господь пошлет пророка Илию, который обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Но только это отвращает сердца родителей от сердец детей и сердца детей от сердец родителей. Сколько из вас верят в то, что я сказал правду? Сколько из вас видят это? Но это же очевидно, не так ли? Нам нужно всего лишь посмотреть на все это. Кто-то скажет, я не вижу в этом ничего плохого. Но давайте посмотрим на плоды. Врага душ. Существует план, который в особенности направлен на будущих пасторов. Разрешите мне объяснить. То, что происходит, это то, что эта музыка захватывает нашу церковь. А мы говорим, это хорошо для наших молодых людей. Странным является то, что все больше и больше молодых людей все меньше и меньше знают Библию. Еще 40 лет, но мне еще нет 40. Это еще до меня. Но еще 40, 50, 60 лет тому назад наша молодежь знала Библию от начала до конца. Они могли проповедовать, начиная с книги Откровения. Они могли вам рассказать о 1844 году. Они могли рассказать о святилище, его составляющих. Они могли рассказать о Деве. Они могли сказать, почему мы делаем то или другое. Но сейчас, смотря на это, мы замечаем странность. В то время как музыка проникает все больше и больше в церковь, мы замечаем, что нашу молодежь все меньше и меньше привлекает изучение Слова Божьего. Потому что если я себя хорошо чувствую, это означает святость. Если я плачу, то это непорочность. Если я пою от всего своего сердца, это значит, что я на стороне Бога. И они используют это, чтобы заменить изучение Слова Божьего.
Это и есть план сатаны. Его планом было то, чтобы все пасторы стали взрослыми. Все молодые люди, которые сказали Богу, «Я хочу изучать Библию», если он сможет вытеснить желание изучать Слово Божье в течение одного поколения, у нас будет церковь, которую мы не сможем узнать. Будет та же песня «Иисус любит тебя». Слава Богу. Но пустая. Хочу сказать, что это что-то ужасное. Потому что я молодой, но когда я смотрю на молодых людей, которые готовятся к работе проповедника, мне страшно. Я вижу, что другой плод — это ненависть. Библия говорит, что когда кто-то ненавидит брата, то он не от кого. Он не от Бога. Павел высказывает один принцип, вы все его знаете. Если какая-то пища способствует тому, чтобы мой брат согрешал, я перестану есть мясо, чтобы не способствовать тому, чтобы мой брат согрешил. Павел подчеркивает один из принципов Евангелия. Он сказал, несмотря на то, что вы имеете свободу, если это оскорбляет кого-то в соответствии с христианством, вы не должны этого делать. Некоторые говорят, я могу выпить немного вина, это мне сильно не повредит. А может быть и так. Но если вы знаете, что под вашим влиянием другие увидят и скажут, я тоже буду пить вино, и после этого пойдет и убьет чужого ребенка, ты говоришь, может, это и нормально, но я такого делать не буду. И братья и сестры, это нехорошо, потому что мы знаем, что Иисус не пил брожённое вино. Существует разница между Божьим вином и вином Вавилона. Потому что, что происходит в мере того, как музыка приходит? Все больше появляется людей, которые говорят, «Мне все равно, что ты думаешь. Мне все равно, что ты чувствуешь. Ты можешь сидеть и не хлопать мне. Можешь протестовать сколько хочешь, мы все берем на себя». Это и есть дух ненависти. Это дух отсутствия уважения. Иисус говорит, вы можете говорить, «Господи, Господи». И Он ответит, «Отойдите от Меня, я не знал вас никогда». Сколько из вас способны отказаться от чего-то, если вы узнаете, что это приведет вашего брата ко греху? Давайте будем честными сейчас. Поднимем руки. Хорошо, некоторые не подняли руки. Хорошо, мы честные. Для многих важно то, чего хотим мы, чем то, что будет лучше для тела Иисуса Христа. Если вы откроете Библию, Деяния апостолов, 16 глава, мы подходим к концу, где-то в будущем. Деяния, 16 глава. Я слышу людей, часто говорящих, что если... Знаете, я мог бы задавать много вопросов, не так ли? Может быть, мы можем обсуждать многие вопросы. Аминь. Есть тысячи вопросов, которые можно задать. Я хочу стимулировать вас на личное изучение Библии. Вы знаете, у меня нет всех ответов. Я знаю только то, что Бог открыл мне. Но чтобы вы могли убедиться в этом лично, придите домой и самостоятельно начните изучать эту тему. Но не следуйте за идеей, я так думаю, я так чувствую. Кто-то скажет, не говорит ли нам Библия, чтобы мы помазали свои глаза, чтобы видеть? Я не вижу ничего плохого. Это только потому, что наши глаза не были помазаны. Люди мне часто говорят, а что если слова в песне хорошие? Хорошо,
Давайте прочитаем 16 главу, где Павел столкнулся с женщиной, в которой был злой дух. Сколько из вас помнят эту историю? Библия говорит: «Случилось, что, когда они проходили одним городом, встретилась с нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего!» Сии человеки кто? Рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Вы верите в то, что она сказала? Вот злой дух, который говорит такие слова. Хорошие слова. Правильные слова. Сколько из вас думает, что Павел был доволен этим? Вы знаете, она настоящая колдунья, но говорит хорошие слова. Тогда все сочетание хорошее. Сколько из вас думает, что это было хорошо? Посмотрите, что произошло. Это она делала. Павел что? Павел рассердился. Мы должны быть расстроены, когда видим смесь святого и светского. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа тебе выйти из нее». Хотите знать, почему Павел сделал это? Потому что Павел понимал, что дух насмехается над вестью Евангелия. Вот пример колдуньи, вовлеченной в культуру колдовства, выглядевшей как колдунья, одетой как колдунья, но говорящие хорошие слова. Люди скажут: «Эй, посмотри на эту колдунью. Она хорошая. Она так это делает. В чем здесь проблема?» Знаете, что мы говорим? Посмотрите на наших любимых певцов христианского рэпа. Они делают это по-своему. Значит, и это хорошо. Это хорошо. Это бесчестие Бога, когда мы выходим вперед полные гордости. Я говорю лично о себе. С длинными косичками, с таким видом, я говорю, я делаю это для Иисуса. Речь идет о гордости. Вы видите смирение смиренного рэпера? В этой сфере невозможно быть смиренным на сцене. Вы понимаете это? Это невозможно. Ты не идешь туда говорить: «Я хочу спеть песню об Иисусе». Над тобой будут что? Смеяться, не так ли? Ты должен быть... Абсолютно невозможно быть смиренным рэпером на сцене. Ты не можешь скромно ходить. Ты должен ходить как нужно. Ты должен говорить так, как нужно. Это невозможно. Это два понятия несовместимы. На каждую подлинную вещь существуют две подделки. Что я сказал? На каждую подлинную вещь существует что? Две подделки. Одна для мира, а другая для церкви. Дьявол знает, что церковь не станет пробовать подделку для мира, поэтому он проявляет хитрость. Разрешите мне объяснить, о какой хитрости идет речь. Вы оцените это. Дьявол делает одну хитрость. Она состоит из 10 букв. Он показывает это слово каждому и обманывает христиан. Кто знает это слово из 10 букв? Это слово «христианин». Все, что можно сделать, так это поставить слово «христианин» перед чем угодно, и в результате все христиане становятся обманутыми.